Спасибо большое ветеранам за то, что вы сделали. Это было, я понимаю, помню свою бабушку, дедушку. Это было ужасное, тяжелейшее время. О многих вещах они даже мне не рассказывали. Я понимаю, насколько это было тяжело и сложно. Спасибо вам большое за то, что вы сделали, за то, что у нас есть шанс сейчас жить нормально, мирно в своей стране. Ну, мирно относительно, конечно. Надеюсь, что мир к нам придет снова. Спасибо вам. 10 апреля 1944 года наш город был освобожден. 907 дней город находился в оккупации. Спасибо ветеранам, освободившим наш город и давшим нам право жить. Спасибо, мы помним вас. Поздравляю наших ветеранов с Днем освобождения Одессы и желаю им, чтобы они берегли себя, чтобы показать нашему поколению, рассказывать нашему поколению, как нужно бороться за нашу Родину. Самое главное, что у нас в этом году 75 лет не только освобождения города Одессы, и 75 лет освобождения Одесской области, которое мы будем праздновать в августе месяце этого года. Удачи, счастья и миру всем нам. Я хочу выразить свою благодарность ветеранам, которые спасли нашу страну, дали возможность нам всем жить, существовать и отстояли просто нашу возможность существовать на этой земле. Спасибо вам и низкий вам поклон. Дорогие ветераны, я, профессор Карпюк Василий Михайлович, хотел бы пожелать вам еще долгих лет хорошей, безболезненной жизни, благополучия, удачи. И огромное вам спасибо за мир, который вы сумели отвоевать ценой своей жизни, здоровья и благополучия. Спасибо вам большое и низкий уклон. Дорогие ветераны, спасибо, что вы освободили Одессу от немецких фашистов. Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни. Мы будем помнить ваш подвиг и передавать с поколения в поколение. От всей души хочу поблагодарить всех, кто пожертвовал своей юностью и здоровьем ради нашей страны. Дорогие наши ветераны, вы настоящие герои, и мы благодарны вам за ваш великий подвиг. Здоровья вам, долгих лет и мирного неба. Днем по капле, насадив из фляжки, в сотый раз переходя в штыки, разодрав кровавые тельняшки, молча умирают моряки. Симонов посвятил эти слова защитникам нашего города. Когда они уходили, им было очень больно. Точно так же, как было больно одесситам, которые взрывали Воронцовский маяк, чтобы он не служил вражеской авиации во время налетов. Мы вернемся в Одессу. И они вернулись. Низкий поклон воинам 5-й ударной армии генерала Цветаева, которые в апреле 44-го года принесли нам мир. Что бы про них ни говорили, какие бы оценки ни были, борцов с нацизмом, их память защищает не только закон, но и наша память, наши отношения. Спасибо вам большое. Наверное, мы очень мало можем для вас сделать. Пожалуйста, живите. Знайте, что мы с вами. Мне очень хочется, чтобы настоящая история без купюр, без прикрас всегда позволяла последующим поколениям относиться к вам с большим уважением. И ваша память будет священна для нас. Дорогие наши ветераны, от всей души, от всего сердца я хочу поздравить вас всех с вашим большим-большим праздником. Низкий вам поклон за ваши труды, за ваши достижения, за то, что мы сегодня можем стоять, мы сегодня можем наслаждаться этим миром, мы можем наслаждаться этим городом, его красотой, его архитектурой. Спасибо вам, что вы не пожалели ради этого свою жизнь. Вы не пожалели, оставили нам свою молодость и свои лучшие годы. Низкий вам поклон и дай вам Бог здоровья и долгих лет.
Перед праздником, великим днем освобождения Одессы, поздравляем наших дорогих ветеранов с праздником, желаем счастья, любви, крепкого здоровья, чтобы всегда в семьях была крепкая семья, все друг друга любили, уважали. Ну и чтобы всегда все заключалось в самых наилучших положениях. Дорогие ветераны, в этот день хотелось бы пожелать вам, чтобы над вами было только мирное небо, чтобы сопровождало вас только счастье, радость, улыбка, звонкий смех детей. А война осталась только в истории, в книгах и в фильмах. Чтобы в сердцах людей поселилась гордость за наших героев. С праздником вас! Спасибо! Да, в преддверии 75-летней годовщины освобождения нашей прекрасной Одессы от нацистов хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто принимал в этом участие и все еще по-прежнему с нами и здравствует. И сказать о том, что мы помним это, мы это ценим. И для нас это не пустой звук, как для молодого поколения. И мы очень-очень вам за это благодарны. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим дорогим ветеранам в преддверии такой даты, как 10 апреля. Вот, лично для меня, как для потомственного одессита, 10 апреля – это очень праздничная, большая дата. И каждый год мы приходим на 411-ю батарею, на площадь 10 апреля, ложим цветы с родителями, ну, сейчас уже с мамой. Хотелось бы сказать большое спасибо за то, что мы живем в мирном и свободном городе и чувствуем себя свободными людьми. Спасибо. Дорогие ветераны, поздравляем вас с этим праздником. Мы вам очень благодарны. Мы помним ваш подвиг и обязательно расскажем о нем своим детям. Если бы не вы, то не было бы и нас. Спасибо. Низкий поклон ветеранам, которые стояли за освобождение нашего города. Спасибо вам за чистое небо над головой и хлеб на столе. Дорогие ветераны, спасибо большое вам за то, что мы можем сейчас спать спокойно. Особенно хочу сказать большое спасибо моей прабабушке, которая пережила блокаду Ленинграда. Она очень сильно голодала. И даже некоторые люди умирали от голода. Хочу сказать большое спасибо моим прадедушкам, которые защитили нашу страну. И хочу сказать, что моя прабабушка, когда она была маленькая, она стояла на крышах, и когда фашисты сбрасывали бомбы, она их щипцами сбрасывала на землю, а все остальные дети их засыпали песком. Еще я хочу рассказать то, что моя бабушка, когда тоже опять была маленькая, она заходила за границы Балкана Ленинграда и собирала морковь, и из нее делала чай. И хочу сказать опять же большое спасибо ветеранам, за что можно сейчас спокойно жить и спать, потому что они не побоялись оставить нашу страну. Хочу почтить память всем погибшим, которые сражались во Второй мировой. У меня, в частности, был дедуля, который тоже был ветераном, сражался во Второй мировой. Так случилось, что он попал в госпиталь, был ранен. Уже выйдя из госпиталя, ему предложили обучать сапера этому военному искусству. Он обучился и дальше уже обучал солдат этому саперному делу. Ну, естественно, остался жив. Я хочу почтить память низким поклоном всем тем, кто погиб в этой войне, в этой страшной войне за наше мирное будущее. Я хочу сказать, мы должны сделать все, чтобы этот мир сохранить. Спасибо. Дорогие и уважаемые наши ветераны, спасибо вам большое за эту победу, за нашу мирную жизнь. Благодаря вашему подвигу мы живем сейчас и можем наслаждаться этой жизнью. Большое вам спасибо за то, что вы, будучи с нами в одном и том же возрасте, не побоялись и защитили нашу страну. Еще я хочу сказать про моего прадедушку Сережу, который он был коренным одесситом. Он был яхтсменом, спортсменом. И он молодым прошел войну.
и вернуться обратно. Я хочу ему тоже сказать огромное спасибо. Дорогие ветераны, мы все в необъятном долгу перед вами за ваш подвиг, за вашу победу. Благодаря вам мы сегодня можем жить в свободной Одессе, гулять по чистым небом. И лично для меня вы всегда являетесь примером мудрости, храбрости и нравственности. Хочется пожелать вам долголетия, крепкого здоровья и чистого неба над головой. Спасибо вам. Я хочу сегодня от всей души поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны с Днем освобождения Одессы. У меня отец 27-го года рождения. Ему сегодня в марте исполнилось 92 года. Он был призван во время войны в 1944 году. Он не принимал участие в освобождении Одессы, но его, как молодого бойца, уже тогда готовили на младших командиров, чтобы готовить вновь пришедших молодых ребят быть воинами, защитниками нашей страны. И я очень горжусь тем, что мой отец дожил до таких лет и является примером для меня, для моей семьи, моих детей и внуков, большим, ну, для подражания человек. Тем более своими годами и доживших до таких лет, он показывает пример, что можно так долго жить и можно быть примером для всей нашей будущей молодежи и молодых ребят. Поэтому низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. И я горжусь как своим отцом, так и теми, кто также дожил до таких лет. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, хочется вам сказать спасибо за освобождение нашего чудесного города, за вашу смелость, храбрость, за подаренное мирное небо над головой и за возможность беззаботно жить. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Дорогие, уважаемые ветераны, в день освобождения города-героя Одессы хочу сказать вам большое спасибо за наш мир и свободу. Благодарю вас за ваш подвиг. Низкий вам поклон. С чувством огромной душевной признательности я обращаюсь со словами спасибо ко всем ветеранам, кто защищал нашу страну. Благодаря вам наш город победил. И я хочу сказать и о мужчинах моей семьи, о моих двух дедушках, о родном дяде, которые прошли всю войну, которые 5 лет отвоевали, привезли домой победу, и мы это никогда не забудем. Я хочу пожелать всем, кто сейчас слышит наши поздравления, долгих лет еще жизни и помощи со всех сторон, со стороны близких, со стороны государства, со стороны нашего города, жителей, и вечной памяти тем, кто уже сегодня не с нами. Уважаемые ветераны, спасибо вам большое. Низкий вам поклон за великую победу. Дорогие ветераны, огромная вам благодарность за ту отвагу, мужество, за освобождение нашей солнечной, жизнерадостной Одессы, нашего любимого родного города. Огромное вам спасибо. 10 апреля для каждого одессита знаменательный день. Потому что в этот день, в 44-м году, наши деды освободили любимый город от немецко-фашистских захватчиков. Город первый получил звание города-героя. Я искренне хочу выразить благодарность всем тем, кто освобождал наш город, всем тем, кто его восстанавливал и создавал жемчужину у моря. Благодарность за ваш труд, за ваше вдохновение, за вашу веру. Благодарность за то, что вы создали такой красивый город, незабываемый и неповторимый Одессу. Уважаемые ветераны, я хочу вам сказать большое спасибо за ваш подвиг, за то, что вы освободили наш город от фашистских захватчиков, и мы можем 75 лет жить под мирным небом. Желаю вам здоровья, желаю вам понимание, желаю вам теплоты близких, родных и всех одесситов. Спасибо вам за ваш подвиг. Ты в сердце моем, ты всюду со мной.